Еще один прекрасный день в Калифорнии. Здесь я на стороне добра. Хотя у разных людей разные представления о добре и зле. Джон Шугар. Я частный детектив. Мне сказали, что вы занимаетесь только одним делом. Находите пропавших родственников. Оригинальная история. Его внучки. Она пропала. Шугар, я не хочу, чтобы ты этим занимался. Ты кто, дружище? Ты следил за мной, Джон Шугар? Мне нужна твоя помощь. Ты не так прост, как кажешься. Правда? У тебя есть секреты. Не сейчас. Я не могу остановиться. Она где-то там. В этом апреле. Эти люди врут. Я не могу понять, почему. Вы зря тратите время и деньги моего отца. Я не должен кого-то найти. Ты кого-то защищаешь. Им нужно, чтобы ты прекратил поиски. Кому им? Кто-то за мной наблюдает. Она была напугана. Почему? Номинант на премию «Оскар» Колин Фаррелл. Кто-то когда-то сказал... Переверните землю на бок, и все, что упадет, попадет в Лос-Анджелес. Прошло столько времени, и этот город перевернул меня с ног на голову. Шугар!